Кайкенском районе в результате ДТП погибло двое молодых ребят. 19 августа 2021 года примерно в 16:45 на 874-м километре федеральной автодороги «Кавказ» 28-летний житель селения Деличабан Дербентского района, управляя автомашиной ВАЗ-14 модели, нарушил правила дорожного движения при осуществлении разворота и допустил столкновение с грузовиком Hyundai. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-2114 и его 21-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.